Заслуженная юрист Кубани Елена Наумик с благодарностью отнеслась к такой оценке ее труда. В профессии она уже 20 лет и всегда ответственно относится к своей работе, ведь за каждым делом судьба человека, и каждому необходимо помочь в правовых вопросах. Юрист во втором поколении, она и не мечтала о другой карьере, и своему сыну Роману, который тоже собирается пойти по стопам матери, отца и бабушки, рекомендует готовиться к непростому труду. Появилось очень много земельных споров. Земельные участки приобрели свою цену, и сейчас суды просто переполнены спорами между землепользователями, между собственниками земельных участков. Чтобы достичь результата, порой уходит много лет. Клиенты подчас попадают к Елене Наумик по рекомендациям, потому что все, кто сталкивается с адвокатом, отмечают ее высокий профессионализм. В краевом суде, когда мы с клиенткой выиграли дело, мы с ней обнимались. Мы с ней просто в коридоре обнимались на глазах у всех. Бывают такие эмоции, да. Эмоции иногда перехлестывают. Бывают, мы с клиентами плачем, бывает, смеемся. И где бы ни была Елена Анатольевна, на встрече с коллегами или в своем кабинете при общении с клиентами, в полиции, в следственном комитете или в прокуратуре, везде надо проявлять характер и профессионализм, чтобы помочь тем, кто в этом особо нуждается. Быть независимым советником по правовым вопросам – вот цель и задача заслуженного юриста Кубани. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.